Причес он делал еще днем. А видео снимаю вечером. Почему бы нет? Ребята, всем привет! И сегодня я снимаю вам видео. Хол! Мои покупки за месяц-два. Почему я так долго не снимала? Потому что школа, экзамены, и у меня просто не было времени. Поэтому сейчас наконец-то снимаю его. И начнем мы, наверное, с одежды. Один образ, я его вот сюда оставлю. Он у меня сейчас, правда, в стирке, но... Я его не могу оттуда вытащить, так что показываю сейчас, и мне очень срочно надо снять видео, потому что я с прической и с красивым макияжем, так что да. Это вот такие вот белые шорты, очень крутые шорты. Сейчас они такие в тренде, и такая огромная футболка. Этот образ я покупала в магазине Gloria Jeans. Я его там специально стояла, подбирала. И, в принципе, я этот образ очень часто ношу, так что лайк. Я купила себе костюм. Уже начинается лето, я купила себе спортивный костюм. Молодец! Просто тогда он тоже шел по скидке, и он был последним в магазине. Покупала его в магазине Maxi Kids, там разные много брендов детской одежды, типа, именно в том Maxi Kids, в котором я была. Это такой фиолетовый костюм, это такие обычные фиолетовые штанишки. Самые обычные. Кстати, он вроде бы из хлопка. Да, очень качественный на самом деле. Такой прикольненький. И вот такая кофта. Кстати, костюм стоил 9000. Это нормально для такого костюма. Такой костюм, у него такие объемные рукава. Это очень прикольно смотрится. И мне такое нравится. Как бы. И сзади она немножечко подлиннее. Впереди покороче. И тут какая-то такая вот фигулина. Нарагулина. Следующее. Я купила вот такую футболку в магазине BeFree. Она такая классическая черная, тут есть такой небольшой рисуночек. Там было много таких всяких разных футболок по скидке вроде бы, и поэтому она мне как-то больше всех заинтересовала, и я решила ее взять. Не будем отходить от магазина BeFree. Я также покажу то, что я купила себе сумку. Это вот такая популярная сумка-багет. Я знаю, что сейчас многие с такими ходят. И она с такой цепочкой, такая беленькая, ко всему подходит. И... У меня, кстати, был еще такой большой ремешок, но я его убрала. Она стоила 14 тысяч. Это, конечно, дороговастенько для такой маленькой сумочки, но они в тренде, поэтому я решила ее взять. И в других магазинах я ходила, там не было таких сумок. Поэтому только BeFree. Только там я нашла эту сумку. Вот теперь раздел все подряд. Во-первых, я купила себе Puppet. Да, и до меня этот тренд тоже дошел. Просто я каждый день теперь сижу и залипаюсь с ним, просто абсолютно каждый день. Короче, я его очень люблю, у меня такой восьмиугольник. Я его покупала, кажется, за 1000, сейчас цены, я говорю, в тенге. И, короче, классный Puppet. Хочу купить себе еще, у меня есть Simple Dimple, но я его потеряла, он где-то валяется, не знаю где. Следующее, я купила себе свечку в Икее. Такая вот свечечка, я ее пару раз уже зажигала. Она очень вкусно пахнет травой. Я обожаю запах травы. Не той травы, о которой, может быть, кто-то подумал. А вот лето, когда начинается, пахнет вот этой свежей травой. Я не знаю, как это видите. Эта свечка пахнет именно так. Хотя на упаковке было написано, что она пахнет клубникой. Но она не пахнет клубникой, она пахнет травой. Обожаю. Косметика. Я купила себе маску. Огуречные кружочки. Я много раз хотела ее купить, но ни в одном магазине не могла ее найти. И вот я нашла наконец-то ее огуречные кружочки, масочка. Она пахнет огурцами. И вот эта маска пахнет практически точно так же, как и вот эта свечка. Пахнет прям огурцами, это очень классно. И она прикольно увлажняет лицо. Вот, мне она нравится. В Фикс Прайсе я купила себе блестки. Практически точно такие же блестки. Я покупала в Никс за 3000. В Фикспрайсе они стоили 800. 800, Карл! Я в шоке. И я купила вот такой вот любимый свой консилер на лето. Я его обожаю. Не знаю, я почему-то пользуюсь. Всегда покупаю его летом. Это мой второй в оттенке 01. Потому что мой консилер уже заканчивается. А мама дала мне вот такие румяна. Они как бы как новые. Они очень красивые.
Их можно использовать даже вместо хайлайта. Видите, они такие сияющие. Но я их пока что на своем лице не пробовала. В скором времени попробую. Они, кстати, очень дорогие, но прикольные. Я заказала с Алиэкспресса такие тени. Это вот такие вот тенюшечки. Честно, я думала, они будут больше. Но, так, тут такие нюдовые. Они очень пигментированные. Вот этот оттенок у меня на глазах сегодня. Вот эти, они даже как желтые. Вот. Ну, тени классные, классные. Я обожаю вот эти два оттенка. Прям. Они стоили очень бюджетно, что-то 2000. Я купила себе вот такие вот духи, потому что свои духи любимые я разбила. И, да. Называется Romantic Pink Sakura. Запах прикольный, упаковочка тоже прикольная, но я духами летом редко пользуюсь, поэтому оставила их на зиму. Я купила себе детское масло. Знаете зачем? Просто вы можете подумать, для загара, еще для чего-то. Для массажа. А мне врач выписал, у меня больные ноги. Ну, некоторые, кто смотрит мои влоги, те знают, что у меня проблемы с ногами. Вот, и мне прописали массаж для ног, и поэтому я купила вот такое масло для тела, чтобы делать массаж. Потому что массаж без масла – это не массаж. И я купила себе вот такой вот крем для лица Fluid от 7 Days. Он с блестками. Я обожаю им пользоваться, заменила все свои крема на вот этот каерный крем. Он очень классно сияет. Я его обожаю. Ну, на руке не особо видно, вот, переливается так. Конечно, понимаю, что вас раздражает моя прическа, меня она тоже раздражает, но продолжаем. Дальше. Такой хайлайтер я его купила специально на лето, потому что у нем, конечно, такие частички, большие достаточно, блесточки, не частички, а частички, блесточки достаточно большие, но он такой голографический. И по текстуре он какой-то странный на самом деле. Но он очень красивый, видите? Вот эти мне он очень нравится, но мне кажется, на лето, мне кажется, тут сюда ключицы намазать им будет очень красиво, потому что на лицо, ну, согласитесь, блестки достаточно большие. А, еще я купила себе халат. Вот так вот он выглядит, такой халатик, такой с красненькими сердечками. Я его очень часто одеваю. Я его купила давно, но показываю только сейчас, потому что я снимала холл. Но когда было у нас дома холодно, я часто его одевала и согревалась. В общем-то, вот так. Если тебе понравилось мое видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, а я тебя очень люблю. Пока-пока!